Приветствую вас, мои дорогие друзья, на своем канале. Хочу вам предложить связать вместе со мной корзинку с ягодой малинки. В первой части видео мы с вами будем вязать корзинку. Вот эта корзинка у меня связана из жутого шпагата. Это корзинка, которую я буду вязать вместе с вами. Она связана немножко другой, более такой крученный. И здесь еще добавлена какая-то ниточка, вот видите, она с блестинкой блестит. И он более такой тугой, сам этот шпагат. Поэтому я видео буду вязать вместе с вами, но на картинках. Вы будете вязать по картинке, по описанию. Я буду вязать за экраном вместе с вами. Ну а затем ручку мы свяжем вместе. И на этом первая часть у нас закончится. Во второй части мы будем вязать с вами вот такие ягодки. Что нам понадобится в первой части видео? Понадобится такой шпагат. Либо, может быть, у вас есть какая-то плотная такая пряжа, которой можно связать корзинку. Корзинку я вязала крючком 4 миллиметра. Еще я использовала, можно картонку, для того, чтобы прочное было такое дно. Можно вырезать картонку по диаметру. Либо у меня вот нашлась такая крышечка пластмассовая от йогурта. И я вот ее сюда вставила. И очень так удобно и плотненько получается донышко корзинки. Кому интересно такой вариант подарка, присоединяйтесь, будем вместе его вязать. Итак, 6 рядов корзинки у нас связано. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 у нас вязался столбиками без накида. И у нас в ряду 42 столбика. Далее свяжем ручку корзинки. Отмечаем маркером с другой стороны, где у нас будет прикрепляться ручка. И считаем, сколько петелек нам нужно так, чтобы для маркера, чтобы у нас получилось по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И на 22 мы отмечаем маркер. Почему так у нас половинка? Потому что сама ручка будет у нас идти на 2 петельки. Здесь 2 петельки и здесь 2 петельки. Так, набираем количество петель желаемой длины ручки. Я набираю 21 петлю.
набрала 21 петлю, петли набираем свободно, выравниваем цепочку и присоединяемся в петельку там, где у нас маркер. И провязываем соединительную петлю. Подхватили рабочую нить и протянули ее. В следующую петлю корзинки вводим крючок и провязываем также соединительную петлю. Вот это те две петельки, которые я говорила вам, они будут задействованы в вязании ручки корзинки. И теперь вяжем назад по цепочке столбики без накида, либо полустолбики, смотря какая толщина вам корзинки надо. Здесь можно полустолбики или столбики. Если вы хотите сделать шире корзинку, тогда вам рассчитать надо немножко по-другому. Вернее, не корзинку, а если вы хотите шире ручку корзинки сделать столбиками с одним накидом, тогда вам нужно брать 3 петельки по корзинке. Так, провязываем назад по цепочке столбики или так, как вы хотите. У меня в моем примере столбики без накида. Вяжем до конца цепочки. Провязав последний столбик по цепочке, присоединяемся. Вот в этом столбике мы начали вязание. И в следующий столбик ведем крючок. И вязание ручки заканчиваем. Закрепим ниточку, обрежем и затем ее аккуратно спрячем. Ну, такая корзинка получается. Возможно, вам нужно будет сделать дно, если оно не сильно у вас плотненько. У меня получилось плотненькое дно. Если нет, то можно либо картонку, либо какую-то крышечку подходящую пластмассовую можно вставить в корзинку. Ну, а теперь нужно связать в такие красивые ягодки, чтобы ее заполнить. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующей части видео, где мы будем вязать такую вот ягодку.